В главном спортивном ведомстве республики Сажид Сажидов поздравил с профессиональным праздником спортивных журналистов. Министр поблагодарил их за большую работу по популяризации физической культуры, спорта, здорового образа жизни и пожелал творческих успехов. Медалью имени мэтра спортивной журналистики республики Магомеда Канаева были награждены проработавшие многие годы в редакции спортивных программ ГТРК Арип Аримов, спортивный обозреватель газеты «Дагестанская правда», спецкор телеканала «Матч ТВ» Магомед Батыров, а также сын Магомеда Канаева Абдурахман Канаев. От вашей информации, правдивой информации, подачи, как она должна быть, много что зависит. И по большей части нас спорт, а все любят. И благодаря результатам, благодаря труду наших и тренеров, и спортсменов, сегодня есть много о чем говорить, много чему радоваться.